Чехия. Небольшое государство в сердце Европы. Для большинства жителей постсоветского пространства Чехия ассоциируется с Чехословакией, социалистическим государством, когда Чехия и Словакия были единым целым. Расставание Чехии со Словакией пришлось на 1993 год. Оно происходило мирно, без жертв и насилия, чем и гордятся нынче и чехи, и словаки. Еще нам, гражданам постсоветского пространства, известны такие имена, как писатели Карел Чапек и Франц Кафка, певец Карел Готт, публицист Юлиус Фучик, сатирик Ярослав Гашек с его бравым солдатом Швейком. Любители курортного отдыха, ну те, у кого деньги водились, предпочитали отдыхать в Карловых Варах. А те, кто бывал в Праге, обязательно бродили по достопримечательностям чешской столицы – Вацлавской площади, Пражскому граду и Карлову мосту. Глядя на все это великолепие, мало кто задумывался над тем, что пережил чешский народ во Второй мировой войне. Здесь находились газовые камеры нацистов в концентрационных лагерях, а ряд сел были сожжены вместе с их жителями дотла. Здесь, в Чехии, в городе Свитавы, родился в 1908 году Оскар Шиндлер. Да-да, именно тот самый немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста. А его история легла в основу книги «Ковчег Шиндлера» и основанного на ней фильма «Список Шиндлера». В том же городке Свитавы через 46 лет в семье Мазаловых родилась на свет девочка по имени Дана. Стала она юристом и одним из популярных журналистов Чехии, судьба которой забрасывала на советские поля брани с пером и камерой. Подобно своему знаменитому земляку Шиндлеру, Дане Мазаловой тоже довелось увидеть ужасы войны и массовых истреблений мирных жителей. И до сего дня она борется за правду. За правду, которую искажают политики. В данном случае политики Азербайджана. Итак, друзья, мы в Праге, в столице Чешской Республики, в красавице Праге. Приехали сюда мы не случайно, дабы поставить все точки над харфами. А для этого мы встретимся с чешской журналисткой, небезызвестной Даной Мазаловой. Пане Мазалова, наконец-то я у вас, практически всю Европу проехал, и вот я в Праге, в этом прекрасном городе. За эти буквально последние два дня я влюбился в этот город. Сразу хочу сказать, что пане Мазалова не ранена огнестрельным оружием, все намного проще. Тем не менее, давайте перейдем сначала к вопросу, как вы впервые оказались в Армении? Мой друг привез мне год до этого книгу, которую купил в Тюмени. Они плели «Комсомольская правда» с «Молодой фронтом» вместе по реке Оби. И в Тюмени он мне купил книгу «Архитектонические памятники Армении». В автокарте Советского Союза было слишком много умелых ошибок. Приложением этой книги была карта архитектонических памятников Армении, где никаких ошибок не было. И мы с подругой путешествовали из Праги через Киев, через Казбек, Тамар путем, Ереван. Вот, из севера на юг.
посетили большинство удивительно красивых церквей. Что мне после армянского землетрясения служило как основа для того, чтобы сравнить руины Спитака или так далее, Нинакана, сегодня снова Гюмри, с тем, что было в Армении построено в 4 веке, как Эчмиадзин, например. Просто там было что сравнить. Ну, и тогда я влюбилась в эту страну. Карастан. Страна камней. Да, страна камней и красивых церквей христианских. Я потом начала изучать все про Армению, что было возможно, что это первая страна в мире, которая приняла христианскую веру. Просто с тех пор я приезжаю в Армению, я не знаю, сколько раз я там была. Случился Сумгаит в феврале. Более того, когда началась перестройка в России, это был первый раз, когда чехи завидовали русским и советам. Начались движения в Оше, откуда, где? В Киргизии. Просто все двинулось. А давайте напомним, что было в Оше, потому что это очень важно. В Оше начали убивать тех людей, которых там выслал Сталин. Особенно. То есть турок-месхетинцев? Не только. Даже чеченцев. Всех, кого Сталин выслал туда, там начали убивать. Националистические движения, да. Там случилось еще второе. И я думаю, это вело к созданию движения Миацум, соединения. В Армении? В Карабахе. В Карабахе, хорошо. Так, это было не в Армении, а в Карабахе. Это был Аркадий Манучаров. Да. Но началось все не с того. Началось все с того, что сообщило агентство Ройтер. Академик Смирнов, который возглавлял Советский институт марксизма-ленинизма, сказал, что Советский Союз должен посмотреть на год 1968 вторыми глазами, иным взглядом. Была 50-я годовщина Великой Октябрьской революции, и первый раз в истории чехословацкая делегация не приехала на Красную площадь на протест против того, что сказал академик Смирнов, потому что все наше руководство приехало на советских танках тогдашнем. И Горбачев на Красной площади сказал, что Сталин сделал много ошибок, особенно как нарком по национальности. Имеем 7 ноября 1987 года. Сразу, это конец 1987 года, сразу начинает создаваться движение Миацум. Потому что армяне хотели признать геноцид уже в 1965. Тогда не разрешали. И теперь, если Горби сказал, нарком Сталин сделал давайте эти напомним, ошибки. Давайте напомним, что на Западе Горбачева называли Горби. Да. Потому что не все знают, особенно да. люди, которые родились после Горбачева уже. Да. Я ему всегда говорила МСГ. Как ВВП сегодня МСГ. Вот, если он это сказал, это началось везде. По всему Советскому Союзу. По всему. И вот, после того случился Сумгаит. Зажигали, поджигали живых армян. И мы все здесь поддерживали армян. А здесь это где? В Чехословакии? Это здесь, в Чехословакии. Было землетрясение. Это было 7 декабря в 11:40
армянского времени. Мой друг, переводчик из чешского на армянский, Hovik Harutyunyan, был здесь, в Праге. Он был на каком-то съезде к 50-летию рождения, нет, к 50-летию со смерти Карла Чапека, которого он тоже переводил на армянский язык. И которого я читал в детстве. Да. И это было на замке, который называется Добрич. Там это был как замок, который государство передало в использование нашим писателям и поэтам. И там был международный симпозиум по этой причине. И Hovik звонил мне и сказал, что после этого симпозиума он остается у меня нормально. Я ездила к его родителям в Ереван на Комитас. Он, когда был здесь, он проживал у меня, я у его родителей в Ереване. Вот, нормально. Мы очень дружили. И Hovik мне звонит и говорит мне, мы договаривались, где мы встретимся, на Вацлавской площади у лошади. Но он мне говорил, знаешь, я нервный. Это землетрясение, не зная, что придет. Он чувствовал его как человек чувствительный, художник. Он просто чувствовал что-то плохое, что приходит. И мы встретились тот же день, когда произошло землетрясение. И мы сделали все для того, чтобы он сумел вернуться уже. Помощь какую-то ему дали, довезли на аэропорт. Это было, между прочим, он улетал в День человеческих прав, 10 декабря. Тогда, тот же день, Вацлав Гавел, диссидент, завтракал с французским президентом Миттераном, который в то время приехал в Чехию. И большевики разрешили протестную акцию на площади имени Шкроупа, это недалеко отсюда. И мы увезли Hovika в аэропорт. Из аэропорта мы приехали на эту протестную акцию, где Гавел первый раз ему позволили выступать публично с 68 года. Вот. И это вместе, тогда второй мой друг начал собирать неофициальную гуманитарную помощь. Не через профсоюзы, не через молодежные организации, а просто от людей с улицы. Позднее таким образом возникла организация «Человека в беде», которая сегодня помогает по всему миру. Но началось все с землетрясения в Армении. Здесь организовывались концерты в поддержку. Здесь избралось большое количество денег. И мы собрали гуманитарную помощь и ехали туда, там раздавали и снимали фильм. Фильм называется «Страна под Араратом». Считаю это самым эстетическим фильмовым документом. Природную катастрофу. Он показывался здесь на чешском телевидении. Да, тоже, даже в кино показывался. Да. И тогда азербайджанцы начали блокировать железные дороги в Армении после землетрясения. Просто если кто-то сумеет сделать что-то так противогуманное, как блокировка железной дороги, это в мозги не идет. Пане Мазалова, я вам больше скажу. Дело в том, что тогда вы были еще здесь, в Чехословакии, а я находился с родителями в Баку. И я вам могу сказать, что было в Баку. Вы только знаете о поездах. В те дни землетрясения в Баку стоял запах шашлыков.
А там жарили дружненько шашлыки, люди радовались. Ну, естественно, не весь народ радовался, а сволочи радовались. Как всегда сволочи делают. Радовались, жарили шашлыки и, вот, значит, восхваляли Аллаха за то, что он не спаслал вот такое горе армянскому народу. И говорили, это вам наказание за то, что вы хотите у Азербайджана отнять Карабах. Так что поезда – это еще бутоны. Да. Ну, тогда все началось, и потом пошло, потом пошли в действие коменданты в Карабахе, Поляничко, потом, как его звали, я его любила, он умер. И Поляничко умер. Нет, тот второй. Волжский. Да. Аркадий, по-моему. Аркадий Вольский. Да. Я его полюбила потом на радио «Свобода» в Москве. И у него было очень большое чувство юмора. И мы всегда шутили. Но тогда мы не шутили. Да. И тогда я начала регулярно ездить в Карабах. Войны еще не было. Но начали выселение. Выселение деревень. Я помню, мы были в Горисе, до утра почти выпивали коньяк, и это, ложились спать где-то в 3 часа или как-то, 4 часа утра. Вы знаете, сейчас в Азербайджане муссируют такие слухи, что якобы началось не с Сумгаита, а с Гориса, что там убивали азербайджанцев. И в 5 часов утра меня разбудили, что там выселили из Мардакертского района где-то 3 деревни. Ни одного мужика, бабушки, старики, дети, гуси, не знаю, курицы, все живое. Их выселили в середину полей. Азербайджанцев. Азербайджанцы с советскими войсками, которые были дислоцированы в Баку. И я добивалась того, чтобы их приняли в Армению, хотя это мог быть прецедент, ну, чтобы там они, старики, не лежали где-то в полях. Нам это... Еще раз, кого выселили, азербайджанцев или армян? Армян. А, армян выселили. Азербайджанские полицейские, милиция вместе с советскими солдатами, дислоцированными в Баку, выселяли армянских деревень. Все началось еще в Шалмянском районе до того. И они себе, эти 3 дураки, которые потом сделали ГКЧП, они подготовляли здесь, в Карабахе, на почву. Таким образом, что они могут себе позволить. Это Пуго, Крючков и Язов. Они управляли этими выселяющими операциями. Я хочу у вас спросить одну такую вещь. Почему все-таки советы, коммунисты, я имею в виду, в той войне поддерживали именно азербайджанскую сторону, не армянскую? Это вопрос не ко мне. А то вопрос к ним. Но вы это чувствовали? Знаете, там было весело. Те войска, которые были дислоцированы, вот, в Армении был командантский час. Здесь у меня пропуск. После землетрясения у нас был шкафный грузовик, в котором мы ночевали, потому что там все было разбито. Мы ночевали в этом грузовике, на гуманитарной помощи лежали и заодно вместе с этим снимали. И там возник комитет Карабах, его лидеры уже сидели в тюрьме, Левонтар Петросян, Хачик Стамбольцян, Аркадий Манучарян, все эти ребята сидели где-то в Москве, и по Еревану двигались танки. И до того пришло это землетрясение, эти танки не помогали. Первый, кто приехал Армении на помощь, были израильтяне.
Вы имеете в виду после землетрясения. Да. Израиль пришел на помощь. Первый. Угу. А что делали танки-то советские в Ереване? Ведь там-то азербайджанцев охранять или что? Ведь там-то практически не было. Танки советские делали то, что всегда и делают, когда они советские. То же самое, что здесь в 68-м. То есть они хотели погасить митинги? Да. Угу. Например, там землетрясение, там нужна помощь, и они здесь раздавляли митинги. Это такая нормальная советская помощь после землетрясения. Обыкновенно. Как всегда. Скажите, вы на протяжении всей войны Карабахской были там или наездами? Я приезжала туда, уезжала оттуда, возвращалась снова. Сначала мы летали из аэропорта Еребуни, когда это было возможно. Тогда руководил Степанакертским аэропортом, входили человек КГБ Гаджиев. Когда нас, еще по-моему, Поляничко, выбросили из Карабаха как журналистов. Всех иностранных журналистов, да? Ну, нет, ну просто убирайтесь. Мы там были с двумя украинцами с Харькова. Мой коллега Мирик и я. Один раз нас спасали. Это было, я не знаю, как это называется, там, где сплют люди из фабрики. Нас спасали два парня, одного звали Роберт Кочарян и второго сэр Царксян. И мы ночевали там, где нормально ночуют люди, которые работали в шелковской фабрике в Степанакерте. Второй раз. Я купила бутылку коньяка марки Ганзасар и сидела у Гаджиева в аэропорту. Он там пропускал или не пропускал людей, которые прилетали из Армении. Или вот это все шло так, как ему уманулось, как он проснулся, я не знаю. Там, ну, и мы выпили эту бутылку с Гаджиевым. И он нас потом увез в Шушу. Шел дождь. Я очень молилась. Я знала, что армяне его один раз убьют. Я молилась, чтобы этим не занимались в то время, когда я сижу у него в УАЗике. И он чуть-чуть опьянел коньяком, рассказывал мне про вкус крови. Он забыл рядом кого сидит. Он рассказывал мне про то, как они идут по деревням. Напомните еще раз, Гаджиев – это кто? Гаджиев – руководитель, азербайджанский руководитель, как бы из милиции, но он с КГБ, руководитель аэропорта Степанакертского аэропорта, который находится в Ходжалу. Да. И рядом аэропорта там начинали возникать домики, куда которые муталибов заселял месхатинскими турками, которых не хотел принять в Грузии, в грузинской Месхете, откуда их выбросил Сталин в Сибирь. Гамсахурдия. Их не хотел принимать, и муталибов решил, что через этих турецких, через этих месхатинских турок он попробует поменять демографическое сложение Карабаха. Угу. Вот. Гаджиев, еще Гаджиев. Получается, что турки-месхетинцы стали жертвами аж это потом. Политики. Пока Гаджиев, да. Пока Гаджиев, он мне рассказывал, как они ходят по деревням и выгоняют оттуда армян. Турки-месхетинцы? Нет, эти азербайджанские милицейские. Угу.
он был их руководителем в этом аэропорту. Ну, они сделали облавы на армянские силы. Это было все в рамках этого плана Язов, Крючков, Пуго. Такие маневры там делали. Поленичка, получается, исполнителем был. Тоже. Гаджиев был исполнителем. Ну, Гаджиев, это ладно, это бакинское отродье, а я имею в виду вот тех, которые Кремль прислал. Да, да. Ну, просто эти силовые министерства, три. А вот, еще Карабахская война. Были времена, когда я туда приезжала через Баку в Агдам, из Агдама пешком пошла в Аскеран. И там сразу было видно, те солдаты, которые на азерской стороне, поддерживают азербайджанцев. Те солдаты, которые на армянской стороне, поддерживают армян. Даже помню, когда мы голодали в Колотаге, там, где было, мы ждали вертолета, потому что там какого-то сбили. И там где... Ну, давайте справедливости ради скажем, в армянской СССР не так и много было частей воинских. Ну, эти танки... Эти как танки в Азербайджане, там, ну, там был, чрезвычайное положение, да. Да. Вот, мы там почти недельку провели в почтамте азербайджанском. И там кушать было нечего. Там единственные кейди, то были живые бараны. И коньяк и ганзасар, которые нам приносили из коньячного завода в таких бутылочках 5-литровых. Ну, у коньяка калорий достаточно, ну, тяжело потрезветь. Ну, нас там было человек, японец с двумя переводчиками, итальянцы. Это журналисты все. Да. И тогда, когда мы ждали вертолета почти неделю, там ждал рядом русский офицер советской армии с Волгой. И он ждал, когда ему увезут из Карабаха эту Волгу в его пользу. Значит, там происходило все, что на войне. Там торговали все, включая этих советских офицеров, русских. Пане Мазалова, вот ближе сейчас вот к тем событиям, о чем, что хотелось бы обсудить. Что произошло на самом деле в Ходжалы? И почему, скажем так, мирное население были убиты именно ходжалинцы, скажем, а не кубатлинцы, не агдамцы, не физулинцы, скажем. Те оказались беженцами, азербайджанцы, да? А вот именно ходжалинцы были убиты. Ведь когда в Азербайджане говорят «геноцид азербайджанцев», в Ходжалы был такой геноцид армян. Да? Этот геноцид был всех армян на территории Отаманской империи. Отаманской империи. То есть не геноцид армян в Карсе или геноцид армян, там, скажем, в Муше или в определенных каких-то городах, да? А по всей Отаманской империи. А здесь именно начало с 24 апреля 15 года в Стамбуле. Да. А здесь с ученых, именно... с ученых и... Да, но это другая тема, да. Да. А вот здесь именно в Ходжалы, значит, у армян-то и не было определенной какой-то задачи уничтожить азербайджанцев. Почему именно Ходжалы? Что там произошло? Там произошел аэропорт. Главный. Аэропорт закрыли. Кто? Азербайджанцы. То есть Баку дал команду закрыть аэропорт? Да. Основной коридор для провиантов в Карабах? Да. Мы должны... Прежде всего сказать, все выселение с карабахской территории называлось этой святой силовой троицей Язов, Крючков, Пуго операция «Кольцо». Она началась с Шаумяновского района,
продолжала с, как я говорила про гаджевские облавы на армянские села, где насиловали женщин, он мне говорил, как хрустит кровь. Как хрустит кровь после убийств, когда вы ложитесь утром после такой ночи облавной спать. Это было в этих деревнях, где меня разбудили в Горисе. Я там пошла с армянским генералом на переговоры, секретно снимала на магнитофон. И теперь зачем Ходжалы? Причиной всего был аэропорт. Как я знаю, армянская сторона предупредила жителей Ходжалы, что они должны взять под контроль аэропорт, чтобы просто существовало какой-то коридор объединения Армении с Карабахом. И, по-моему, где-то 3 дня до того. Потом шли бои, которые Ивлева описывает, она была там внизу, а я была в то время, по-моему, в Праге. И тогда была должна подготовляться конференция сегодня ОБСЕ, тогда еще КБСЕ, и канцлер президента Гавела, Шварценберг Карел, он поехал тогда и летел на маленьком самолете с генералами НАТО посмотреть обстановку, какая есть в Карабахе, в Баку, в Ереване. И он оплатил мне и моему коллеге путь туда, и мы были должны подготовлять им свидетелей, например, резни в Баку, Сумгайта, и вот так. Таким образом, господин Шварценберг оплатил мне путь к тому, чтобы я узнала, что случилось в Ходжалах. Я там поехала, я была в Карабахе из армянской стороны, но я уже не могла пройти из Аскерана свободно в Агдам. Я уже была вынуждена ехать из Карабаха назад в Ереван, из Еревана в Москву, из Москвы в Баку, из Баку в Агдам. Так я и сделала. Этих 200 метров, которые отделяли по дороге Агдам от Аскерана крепости. Просто тысячи километров. Да. Да. И я была в Агдаме. Я была у Народного фронта Азербайджана. Да. Они меня на танке везли там в кладбище, показывали, как нам стреляли, проходили, ничего не сказали. Я поехала назад в Баку и договаривалась с одним из своих друзей, которых я не хочу называть по имени, на разговоры с Муталибовым. Муталибова я уже знала, потому что когда началась операция «Кольцо»… Муталибов – это первый президент Азербайджана. Да. Когда началась операция «Кольцо», Елена Георгиевна Боннер создала Сахаровскую комиссию и выслала нас в Баку. То ехала я, Бобби Арсенов, как бы за американский конгресс, и Сашка Голдин от штаба Елены Георгиевны Сахаровского. И мы вели переговоры с Муталибовым. Было интересно. Он нас спросил, кто мы по национальности. Это был 91 год. Потому что зимой, в январе, феврале я была в Прибалтике. Там стрелял Язов. Там я познакомилась с Дудаевым.
в Эстонии, который был первый, кто отказал министру обороны использовать оружие против простых эстонцев. Поэтому в Эстонии Дудаева всегда так любили. Я тогда первый раз встретилась с Дудаевым. Вот. Мы были у Муталибова, и Бобы Арсенал, когда нас Муталибов спрашивал, какая у нас национальность, Бобби ему сказал: знаете, когда я хочу покушать, я чувствую себя французом. Когда я хочу разобраться в компьютере, я американец. Но когда убивают в Литве, я литовец. Сашка Голдин сказал: ну, фамилия моя говорит все. А я говорю: моя национальность — человек. Как? Я еврей, я цыган, я все вместе. Поэтому считаю своей национальностью человек. Какой музыкой Дана Мазалова занимается? Меня пригласил Чингиз домой. Чингиз Мустафаев. Мустафаев. С которым я до того познакомилась в Степанакерте во времена поездки Ельцина по Карабаху. Это был была осень 90-го года. Да. И или 91-го, когда было ГКЧП? 91. 91. Так, вот 90-го года. То было еще до ГКЧП, и Ельцин уже хотел, Ельцин был избран в июне этого года президентом России. То есть получается, вы с Мустафаевым были раньше знакомы? Да, мы познакомились тогда, когда подписывалось железноводское коммюнике про урегулирование карабахского конфликта. Угу. Этим занялся осенью 90-го года Борис Николаевич. Он меня через моих русских коллег-журналистов, особенно Мишки Соколова, взял с собой в пул журналистский. И он летел вместе с Назарбаевым, как бы посредником, из Баку в Степанакерт, оттуда в Ереван, из Еревана в Кисловодск, нет, Кисловодск, но это коммунике, в этот курорт. Тот же день у Чингиза родился сын, но до того мы встретились в Степанакерте в автобусе. Там нас, азерских и других журналистов, возили по городу вместе в автобусе. И там какая-то азербайджанская журналистка начала делать какой-то скандал, кричать, что убивают турка. Там был один турок-журналист. И рыдала, рыдала, кричала, кричала, делала скандал. И к ней подошел человек. Нормальный, без скандала. И спросили ее: что ты здесь сотворяешь? Он говорит: я ничего не сотворяю, здесь его бьют. А он говорит: ну посмотри, кто его бьет? Она на чистом месте создавала скандал, как бы. Чтобы потом писать: вот здесь убивают турок. Степан говорит: ничего такого не было, он ей это сказал. Это для меня было интересно, что азербайджанский журналист ведет себя разумно. И я с ним хотела познакомиться. И мы познакомились. И мы потом нормально сотрудничали все время, когда путешествовали с Ельциным вместе. Мы с Чингизом нормально общались. Он был нормальный. Я знаю, что он был несколько раз в Армении, хотя конфликт уже был. Но он не боялся, он был нормальный. Его прежняя профессия — врач. И он тогда работал, по-моему, на W3N. И
Потом мы Железноводская коммюнике. Мы потом приехали в этой Железноводск. Там заключили это коммюнике. Это было, по-моему, 23 сентября 90 года. И тот же день у Чингиза родился единственный сын. Теперь назад. Я из Агдама приезжаю в Баку. Вечером сижу у Чингиза. И Чингиз показывает мне грубые кадры, которые он заснял в Карабахе. Ну, в Карабахе. У него глаза были квадратные. И говорю мне: Дана, ты понимаешь, что они сделали? Я теперь должен буду по Баку носить каску. Каску, как это называется? Бронежилет. Да. Теперь я боюсь двигаться по Баку без бронежилета. То есть он вам показал кадры, которые... На этих кадрах я видела. Чингиз летит на азербайджанском вертолете и сверху обнаруживает трупы. Между этими трупами шагает человек в военной форме и азербайджанского вертолета, на котором приземляется Чингиз, не боится. Потом Чингиз снимает этих людей сблизу. Как врач, он мне показывает, как они были убиты. Я потом узнала, что они получили коридор из Ходжали в направлении Агдама. Эти трупы были обнаружены на территории, которой руководили азербайджанцы. То есть это не в Ходжали? Нет, это они были обнаружены уже на азербайджанской территории. Они уже близ Агдама, да? Да. И Чингиз не объяснял, как они были убиты. Позор. Осторожно. Февраль. Морозы. Хотя там клима не так страшный. Этих людей расстреляли в колени. Это самая страшная боль в колени. Чтобы не могли двигаться. Только один старик умер от увиденного, видимо, на сердечное, просто у него не были простреляны ноги. Uh-huh. Дети, женщины, старики, все в ноги. Он, как врач, мне объяснял, что это значит. Это слишком длинная смерть, но очень громкая. Эти люди были должны кричать от боли. Их должны были услышать эти народофронтовики азербайджанские, у которых был штаб недалеко оттуда. Они были должны это слышать, как они от боли кричат. Это материал, подготовленный для международной конференции про Карабах, которая проходила в Европарламенте в Брюсселе. И здесь нарисована карта, здесь аэропорт Степанакерта в Ходжали, здесь фронт тогдашний, здесь коридор, который армяне предоставили этим эскетинским туркам, чтобы они прошли, здесь даже железная дорога есть, и здесь место, здесь Агдам, и здесь место, где мой друг Чингиз Мустафаев нашел эти трупы. И это место на азербайджанской территории. Чингизу удалось как бы половину этих убитых увезти в Агдам. Он их обнаружил, тогда было 29 дней в феврале в этом году, в 92-м. И Чингиз не показывал, как он вернулся до остальных трупов.
и обнаружил, что в течение этих двух дней, которые он там не прилетал, их кто-то посмертно скальпировал. Зачем? Мои мозги это не берут. Мои мозги это совершенно не берут. Опять же, если это армяне, то эта территория подконтрольна Азербайджану. Да. То есть армяне должны были вернуться, чтобы скальпировать. Получается так. Зачем скальпировать? Просто я помню маленького мальчишку в какой-то розовой шапочке. И Чингис мне сказал, ты знаешь, я нормально боюсь шагать по боку без бронежилета, потому что я заснял это. То есть Чингис полагал, что это сделала не армянская страна, а азербайджанская. А он ничем не мотивировал, зачем это нужно было делать? Знаете, Вадим, если он прежней профессии врач, ему в мозги тоже это не лезло. Мы вместе были совершенно шокированы. Я ушла от Чингиза в гостиницу, выпила полбутылки водки, чтобы как-то заспать после увиденного. И утром пошла на разговор с Муталибовым. И после увиденного я не могла не спросить его про это. И он допустил, что это сделали народофронтовики азербайджанские, чтобы его свернуть от власти. Что и сделали. Сразу после этого. И я тогда поняла, что этот разговор тяжелый для нас обоих. Что в Чехии этим никто не интересуется так глубоко. И что надо это печатать не в Чехии, а в России. Поэтому я договорилась со своими друзьями в независимой газете. Они сделали расшифровку разговора и напечатали. Номер из... Поэму... Дата. 2 апреля 92 года. Что сказал Муталибов, что это... Это там все есть. Вы знаете, я полагаю, что... Он допустил, что это сделали, чтобы его свернуть, чтобы просто создать... И не жалко, получается, им, потому что это все-таки не азербайджанцы, а турки-месхетинцы. Которые сами жертвы уже там, тех киргизских событий. Между прочим, там была эта тема еще развивалась. По мусульманским правилам вы должны человека, который умер, сразу же похоронить. Нет. Они сделали не это. Они этих трупов держали в Агдаме, в таком домике. Я уже была в Праге, и потому что готовилась эта конференция карабахская на тему Карабаха в КБСЕ, там ехал наш министр иностранных дел. Вместе с ним там поехал мой коллега Мирик. Это уже не февраль. Их убили где-то ночью на 27 февраля. Да, они приехали в Агдам с этим министром где-то в половине марта. Эти трупы там все время держали. Они уже воняли страшно, но их там и держали, чтобы показывать перед этой конференцией. Там второй мой коллега приехал с, не помню с кем, ну, с кем-то из КБСЕ, с каким-то наблюдателем. Это было почти в конце марта. И эти трупы там для показухи держали еще.
месяц держим трупов, чтобы сорвать конференцию КБСЕ про Карабах. Я думаю, все дело было в том, чтобы сорвать эту конференцию. А если это были месхетинские турки, я думаю, они бы жертвовали кем угодно, чтобы добиться того, чтобы сорвать эту конференцию про Карабах, которую потом отложили все-таки. Но это была первая международная как бы проба что-то начать делать с этим конфликтом. И они ее сорвали вместе с Муталибовым. Вы знаете, что Муталиб сейчас отказывается от своих слов, что он вам говорил об этом, давал вам такое интервью? Пусть говорит. То, что сказал тогда, это здесь. Он был должен раньше протестировать. Зачем только сегодня? Это его проблема, не моя. Да, тем более это начало 90-х, и тогда можно было спокойно даже подавать в суд на эту газету. Тем более это довольно-таки серьезная газета, независимая газета. Ancak lazım olsa biz ona da gelmeliyiz. Millet tehlike karşısındadır. Она благодаря господину Ремчукову, которого я слушаю на «Эхе Москвы», она благодаря ему осталась как бы еще одной из последних более хороших газет. А скажите, вот по прошествии лет Муталибов еще жив, газета тоже жива. Он может судиться с этой газетой вот сейчас? Вот там, по моему, это время, когда он мог, да, уже прошло. Там есть какое-то время, которое называется промолчание. Да. Да. И, по-моему, это уже он потерял это время. Ну, то есть он мог это сделать? Мог. Но не делал? Нет, никогда. То есть, получается, у него это только слова, что вы якобы лжете. Это его совесть, его... я не ответственна за Муталибова. Я ответственна только за себя. А, между прочим, Чингиса 2 месяца спустя, после нашей последней встречи, когда Чингис мне сказал, что боится двигаться по Баку без бронежилета, он сумел заснять в Карабахе, как его убили. Да, есть такие кадры. Он погиб от пули своих, да, же. Вообще какая-то билиберда выходит. Чингис Мустафаев у них национальный герой. И в то же время поставим многоточие. Это Катынь. Это сталинщина. Все азербайджанское государство — это сталинщина. Как только вы... они об этом не знают, жители азербайджанского государства. Да. А те, кто знает, уже выехали оттуда. Да. Или умерли, как Юзеф Самедоглы, великий азербайджанский писатель, с которым я дружила. Который мне сказал, я еще была в Баку, когда к власти вернулся Алиев. Он мне сказал: ты знаешь, Дана, я боюсь, меня убьют. Так они Лидице хотели поставить памятник? Нет. Они по катынскому образу сталинщины хотели использовать наших жертв из Лидицы посмертно. Я говорю, посмертно их хотели изнасиловать. И хотели сравнить этих месхетинских турок, которые были убиты на азерской территории, с жертвами нашего села Лидице. Там ничего совместного нету.
И они в Рице организовали, как бы создавали общество Ходжолы-Лидице. Азербайджанцы. Да. И здесь предлагали какие-то встречи. Всегда 27 февраля. И показывали там фотографии маленьких голых девушек с растяженными ногами. И мои друзья узнали, что это фотографии из Боснии. Угу. Там никаких девушек. Друзья ваши чехи. Да. Там никаких девушек. То, что я видела, это единственные кадры этих жертв Ходжали, это чингизовские. Там, других нет. Там только скальпированные дети. Не изнасилованные. То есть, получается, те фальшивые кадры, которые на самом деле боснийские, и повлияли на то, что события Ходжалы и Лидице... Нет, это возникло когда-то во времена правления Иламбея, старого Алиева. Гейдара. Гейдара Алиева. Да. Тогда в его голове возникла Катынь. Это немцы сделали, говорил Сталин. Даже хотел в Нюрнбергский процесс это включить. Катынь никакие немцы не сделали. Значит, таким же образом он хотел показать, что это геноцид, который совершили армяне над азербайджанцами, не над месхетскими турками. Да? Он сделал из Ходжалы Катынь. Карабахскую Катынь. Как Сталин. И начали по мире организовать это, чтобы это подкрепить. Но началось это после того, как я писала про геноцид. Это издано в 95 году. Это я писала к 80-летию геноцида армян в чешский журнал, журнал «Рефлекс», где я в то время работала. И только после этого, между этим уже из Чингиза стал нас герой, как из Гаджиева, у которого был утренний вкус крови, так после этого начались эти акции Карабахской Катыни. Да, создано как бы геноцид азербайджанцев руками армян. Хотя это были месхетинские турки, и их убивали на азербайджанской территории, где их и обнаружил Чингиз Мустафаев, который после того, как их обнаружил, боялся по Баку двигаться без бронежилета. Которых и искать никто не будет, потому что они сами беженцы из Кыргызстана. Да. И после этой моей статьи где-то начались эти азерские движения в направлении этой Карабахской Катыни. Когда они начали использовать Лидице, и в 2010 году я это прекратила. И дружба Лидице Ходжалы закончена. Я сделала скандал и сказала, как это было и как они перерабатывают историю. Когда я прекратила им эти танцы исторические в Лидице, мой коллега одновременно написал, что символ деревни Лидице мы должны охранять и не должны позволять никаким силам, чтобы их использовали в своих пропагандистских целях. Здесь приглашение азербайджанское на чешском языке на эту акцию в Лидице. Ну, там никакой связи нету. И с тех пор это уже не существует. Я Арцах люблю. И хочу снова видеть тот новый красивый Степанакерт, который я помню весь в развалинах. Скажу одно.
в бывшем ЦК Карабахском здании Степана Керти. Там во времена войны внизу под землей была больница. Я помню, я туда пришла, там лежал парень, рядом кислород, бомба кислородная, через которую он дышал. Я поняла, ему много жизни не остается. Я поцеловала его сюда. Я знала, что это последний поцелуй, который он от девушки получил в жизни. И я рада, что такие дела сегодня Степана Кертия уже нет. Степана Керт – новый город, новосозданный и очень красивый. И этому я радуюсь, и рада его увидеть снова.